Начало осени в Тампонском районе ознаменовалось рядом событий. Была открыта очень важная и нужная дорога, новый детский сад и филиал медицинского колледжа. Продолжит Нина Ханарова. Настоящий долгострой строительства дороги Крис-Хальжайки-Скил завершился торжественным разрезанием алой ленты в байгантайском наследии Тампонского района спустя почти 20 лет с начала строительства. Дорога, которая приблизит жителей к центру республики, района и к другим селам. Я выражаю благодарность семье Кучутовых, которые, несмотря на погодные условия, на большую воду, когда не было карьеров, они день и ночь работали 2 года, и наконец-то эта дорога построена. А жители другого наконец-то дождались новоселья для своих детишек, которые после неоднократных наводнений ютились в холодном здании и благодаря строителям, которые вложили свой труд в то, чтобы юные сельчане жили и взрослели в теплом, благоустроенном здании. И, наконец, жители районного центра поселка Хандыга стали свидетелями открытия филиала медицинского колледжа на базе Хандыгской средней школы, где будут обучаться первые 25 студенток из Тампонского, Аймиконского, Татинского улусов республики. Неплохое начало нового учебного года для жителей района, который с приходом осени открыл важные и нужные объекты. Нина Ханарова, Андрей Сокар, НВК Саха, Тампонский район.